Вот смотрите, 86% опрошенных украинцев уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. И в это же время 42% хотят, чтобы их дети жили не в Украине. Алло, получается, вы хотите светлого будущего Украины за счет каких-то чужих детей, которые будут погибать за вас? А вот те 87%, которые декларируют, что они готовы освобождать территорию Украины военным путем, они в военкоматах сейчас или где? Как патриоты типа Стерненко или Березы, воюющие в Ютубе лежа на диване, почему все те, кто все эти годы громче всего кричал о войне? Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать. Сейчас отсиживаются в Киеве, Львове или еще лучше в Европе.